Матвеница длинная, спитная, старинная, нам ворота открывай, скорее сказку начинай! Друзья мои хорошие, здравствуйте! А вы знаете, красные яйца, сколько же гуляет матвеница у нас? Неделю? Целую неделю! Вот по тропе сказочной пройдем, все дни масляной недели найдем. Веселись и радуйся, утро, день и вечер. Мы встречаем масленицу в понедельник. Встреча, масленицу встречали. В понедельник прогремел, тут и вторник зашумел. Звучит веселый наигрыш, а вторник у нас... Молодцы, конечно же, заигрыш назывался вторник. Разгулялись, господа, а на дворе уже следа. Сладко-маковка под названием. Лакомка, точно. Разгуляй. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, на моей полянке гости, проходите, я все расскажу, да поведаю. Это пятый день. Тещины вечерки, верно? Ну, здравствуйте, здравствуйте, гости дорогие. Ну, скажите мне, какой же шестой день масленицы? Как же он называется? Ах, заловки да посиделки. А кто же такая заловка, кто мне скажет? Сестра мужа, правильно. Ну, Дубок, дай нам мудрости чуток. Ну, кто же мне скажет, какой же последний-то день масленицы? Воскресенье. Какое воскресенье? Прощенное. И в этот день принято всех прощать, кого обидели. Гости дорогие, вы дальше-то проходите, а там вас встретит самая красивая шишечка в нашем лесу. Здравствуйте! Я шишечка лесная. Люблю играть, да веселиться. Ну и по глазам вашим вижу, что вы у нас тоже гости веселые, правда? Ну и знаете вы что, неделька-то не такая уж и простая, правда, идет? А какая? Правильно. Вот мы, друзья, по тропинке погуляли, вот и дни масленичные узнали.